и предлагаю помолиться. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы просим у Тебя благословения на это время, когда мы будем вспоминать, читать и говорить о драгоценном Святом Духе. Помоги мне, Дух Божий, рассказать о Тебе, достойно Тебя. Я прошу твердости, смелости для себя и жажды, и отклика в сердцах братьев и сестер, и всех слушающих, Господь. И пусть мы сегодня изолированы друг от друга, но пусть между нами будет единство. Единство в желании искать Тебя и познавать Тебя. Аминь. И начну с того, что Бог триедин. Отец, Сын и Святой Дух. И Дух Святой – это третья ипостась Троицы. И третья – это не последняя. Все они едины и равны по своей силе, по своей славе и по своему могуществу. Между ними отношение гармонии и любви. И каждый почитает другого выше себя. И сегодня мы с вами в этом еще раз убедимся. Троицу часто сравнивают с солнцем, светом и теплом. Отец Небесный – это солнце, свет – это наш Господь Иисус, и Дух Святой – это тепло. И мы знаем, что тепло делает эту землю плодородной. Еще Троицу сравнивают с мыслью, словом и звуком. И Троица – это великая тайна, и учение это присуще только христианству. Если мы с вами проведем опрос аудитории из 100 человек, то 97 из них скажут нам, что они знают о Боге Отце. 3 из них будут атеиста. 50 скажут, что они знают о Сыне Божьем, Иисусе Христе и о Его божественной природе. И только 25 из них скажут, что знают о Духе Святом и о том, что Он Бог. В нашей аудитории тоже разные люди. Есть те, кто услышит о Духе Святом впервые. Если даже вы относитесь к тем, кто хорошо знаком с личностью Духа Святого, у нас все равно с вами есть замечательная возможность и повод вспомнить и поговорить о нем подробнее. Откуда мы узнаем о Духе Святом? Конечно, из Священного Писания. И мы сегодня с вами пройдемся по Библии от Откровения, от Бытия до Откровения, чтобы познакомиться поближе с Духом Святым. Центральным учением Нового Завета является учение о Духе Святом. И только в книгах Нового Завета о Духе Святом насчитывается более 60 мест. И чтобы упростить, мы будем показывать местописание в слайдах. Верующим людям легко представить Бога Отца, Бога Сына, но очень трудно представить Святого Духа. Слово «дух» в нескольких переводах, во многих переводах Библии переводится как «привидение», похоже на слово «привидение». Но Святой Дух – это не привидение, не призрак, Он – Личность. И у Него есть все признаки Личности. И обратимся к первому слайду, который
называется «Дух Святой – это личность». И посмотрим признаки личности. И прежде всего, это Библия говорит о Духе Святом как о живом. В Иоанна 16 главе мы читаем: «Он придет, будет говорить и прославит меня». Слово Божие использует местоимение «кто», а не «что». В Ефесянам мы читаем, который есть залог нашего наследия. Ссылки на местописание вы можете увидеть на слайде. Иисус говорит о нем, как о себе. В Иоанна 14 мы читаем: «Умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, точно такого же, как Иисус, такого же самого рода». Иоанн 14 главе пишет: «Дух Святой научит вас всему, и напомнит все, что я говорил». Дух Святой решает, кому давать дары. И Павел в 1 Коринфянам, перечисляя дары, завершает свою фразу: «Но все производит Дух Святой». Еще один пункт – это что Дух ходатайствует за нас. Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И мы читаем это в Римлянах, что Дух Святой, Он молится за нас Отцу. Еще один удивительный факт, что мы можем огорчить Духа Святого. Ефесянам 4 глава, что наше недостойное поведение может огорчить Духа Святого. Более того, мы можем оскорбить Духа Святого. И об этом пишут евангелисты и Марк, и Матфей: «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек». И у личности есть еще один признак – это имя. Это имя, и мы посмотрим второй слайд, какими именами и как назван в Священном Писании Дух Святой. Вы там увидите ссылку на местописание на слайде. Святой Дух, Дух Бога, Дух Отца, Дух Сына, Дух Иисуса Христа, Дух Христов, Дух Господа, Дух Истины, Дух Жизни, Дух Славы, Дух Усыновления, Дух Утешитель. И очень точно и ярко характеризует Дух Святой пророк Исаия во 2 стихе 11 главы. Он пишет, что Дух премудрости и откровения, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. В других переводах Дух Святой переводится как ходатай, помощник и заступник. Дух Святой – это Бог. И мы сейчас посмотрим характеристики Его как Бога. И мы найдем подтверждение в Слове Божьем, проанализируем, глядя на слайд номер 3. Он Творец, Всеведущ, Всемогущ и Вечен. И о том, что Он Творец, мы читаем в Бытие 1 главе 2 стих, но мы об этом поговорим чуть позже. Он Всеведущ. И Павел в 1 Коринфянам, и Иоанн в 16 главе пишут, что Он наставит в истине и будущее возвестит вам. Он Всемогущ. Лука пишет в 1 главе: «Дух Святой найдет, и сила Всевышнего осенит, и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». И Павел в Римлянах: «Силою Духа Святого благовествование распространяется». О том, что Он вечен, мы прочтем в послании евреям. «Ты тот же, и лета твои не кончатся». «Ты тот же, и лета твои не кончатся». Хочу обратить ваше внимание на связь Духа Святого
из Священного Писания. Прежде всего, Дух Святой, Он автор Священного Писания. И каждый из нас хорошо знает это место, 2 Тимофея 3:16, где Павел пишет, что все Писание богодухновенно. И мы знаем все авторы, будь то царь, будь то пастух, или рыбак, или мудрый Соломон, они все писали под водительством Духа Святого. Дух Святой, как посредник, он передает людям слова Бога. И очень точно говорит Петр во втором послании, все пророчества изрекали святые Божии, будучи водимы Духом Святым. И о том, что Дух говорит через Писание, ярко нам показывает Откровение, где многократно мы читаем такую фразу: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». И вторая важная вещь в этой связи, что Дух Божий не просто написал Слово Божие, а Он открывает глубины Слова Божьего. Он открывает широту, глубину, высоту послания Божьего. Мы подтвердим это местами Писания. В Коринфянах Павел пишет: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». В Ефесянам: «Бог дал нам Духа премудрости и откровению к познанию Его». И евангелист Иоанн пишет: «Дух будет свидетельствовать об Иисусе и прославит Его». И в продолжении нашего разговора мы поделим Священное Писание на три таких периода. Период Ветхого Завета, а Новый Завет поделим на время пребывания нашего Господа Иисуса на этой земле и на время Церкви. И начнем с Ветхого Завета. Посмотрим о служении Духа Святого в Ветхом Завете. И первое, что надо сказать, что, открывая Священное Писание, первую главу, первую книгу, первую главу и первые стихи, мы сразу встречаемся с драгоценным Святым Духом. Я прочту. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился, и Дух Божий носился над водой». И читая далее рассказ о сотворении мира, мы видим, как Дух Божий, Он давал жизнь всем творениям на этой земле. И Он по сей день остается такой же и приносит новое в жизнь не только отдельных людей, но и в жизнь Церкви. Он приносит порядок и мир в беспорядочные жизни, Он освобождает людей от пагубных привычек, от наклонностей, от путаницы, беспорядка и восстанавливает разрушенные отношения. Дух Святой пришел из пустоты и тьмы сотворить порядок на этой земле. Не просто пришел сотворить, Он сотворил порядок. Когда наш Господь Бог творил человека, об этом мы читаем в Бытие, 2 главе 7 стих, я прочту. Он создал человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Еврейское слово «дыхание», которое здесь употреблено, звучит как «руах», тоже значит и «дух». И новое имя Духа Святого, руах Бога. Так вот этот руах Бога, он дает физическую жизнь человеку, который образован из праха земного. Бог наделил человека дыханием своей жизни.
Во времена Ветхого Завета Дух Святой сходил на определенных людей в определенное время и для определенных задач. И мы рассмотрим четыре примера. И первый из них находится в Исходе, 31 глава, с 3 по 5 стих. Это Веселиил. Он избран Бога для художественной работы в Скинии. Я прочту в современном переводе. «Я исполнил Веселиила Духом Божиим, мудростью, умением, знанием и всякими навыками. Веселиил – большой искусник. Он умеет делать вещи из золота, серебра и бронзы, умеет гранить и оправлять красивые камни, а также работать по дереву. Веселиил знает всякое дело». Можно, дорогие, быть очень талантливыми людьми, но если ты исполнен Духом Святым, то то, что ты делаешь, делаешь в другом измерении. И свидетельством тому произведению художников, поэтов, композиторов, писателей. И эти произведения, они затрагивают наши сердца, они меняют наши жизни и оказывают на нас духовное воздействие. Еще один герой – это судья Израиля Гедеон. Дух Святой сошел на него для руководства. И Израиль в то время переживал, страдал от рук иноземцев. И Бог дает поручение Гедеону спасти народ и страну. И мы читаем в Судьях 6 главе, прошу прощения, и мы читаем в книге Судей 6 глава с 14 стиха. Это вопрос, который задает Гедеон Господу. «Как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И уже в 34 стихе «И дух Господень объял Гедеона, и он стал великим вождем того времени». Еще один библейский герой Самсон. Дух Святой сошел на него для силы. Также в книге Судей, но в 15 главе описано, что была война с филистимлянами, и Бог наделил Самсона силой, особой силой и энергией. И читаем с 14 стиха. «Сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Сошел на него Дух Господень». То, что в Ветхом Завете показано в видимом и физическом мире, для нас сегодня это как образы духовные. И Бог дает нам такое понимание, что мы все с вами связаны, и Он даст нам силы побеждать и страсти, и похоти, и привычки, и дурной характер, и различные пороки. И четвертый пример – это пример пророка Исаия, когда Дух Святой сошел на него для пророчества. Это не только предсказание будущего для нашего Господа, но это слово, сказанное самим Богом Исаия. Мы читаем с первого стиха, 50, прошу прощения, мы читаем с первого стиха 61 главы. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Иногда, дорогие, мы чувствуем себя беспомощными, сталкиваясь с проблемами этого мира. Мы видим множество людей, которые обращаются нам за помощью, они находятся в бедах, но нам нечего им предложить. Слишком мало того, что мы можем им предложить. Но, дорогие, с помощью
Духа Святого мы можем предложить им благую весть. Мы можем свидетельствовать им об Иисусе Христе, что есть Тот, Который умер за наши грехи, Который оправдал нас. И, знаете, свидетельствовать и благовествовать без Духа Святого мы тоже не сможем. Он будет нам в помощь, как Исаия, как и пророку Исаии. В Ветхом Завете Дух Святой сходил на три категории людей, на царей, пророков и священников. И таким образом Бог управлял жизнью на этой земле, управлял всем, управлял всем, что на ней происходит. Нельзя не сказать очень важную вещь, которая происходила в Ветхом Завете, что в Ветхом Завете Дух Святой обещан Богом. И я приведу трех пророков, которые говорили об этом. И начнем с Иеремии, 31 глава, 31 стих. «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Пророк Иезекииль, 36 глава, с 26 стиха. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и исполнять. Вложу внутрь вас дух мой». И пророк Иаиль, 2 глава, 28 стих. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего». Только через 300 лет эти пророчества исполнятся. И мы переходим в Новый Завет. И с рождением Иисуса Христа действие Духа Святого не только усиливается, но и меняется. Хочу показать два момента. Первое, что Он снова сходит на особых людей, но все эти люди связаны с рождением нашего Господа Иисуса Христа. Духу Святому поручено, и Он очень тщательно занимается подготовкой к пришествию Господа Иисуса Христа на эту землю в образе человека. Мы хорошо знакомы с каждым из них. Это Захарий и Елизавета, Мария и Иосиф, это Симеон и Иоанн Креститель, который приготовил путь Господу. И второй момент – это время служения нашего Господа, пребывания нашего Господа на этой земле. И я хочу, чтобы мы посвятили этому вопросу отдельное время, больше времени, и посмотрели слайд номер 5. Прежде всего, Иисус был зачат Духом Святым. И мы уже читали это место, что Дух Святой сойдет, и сила Всевышнего осенит. И вот этот очень яркий глагол «осенит», он все объясняет. Второе, что Иисус принял Святого Духа во время своего крещения. Он был полностью исполнен Духом Божиим. И прочтем Евангелие от Луки, 3 глава, с 21 по 22 стих. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился,
отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Мне нравится один пример, который помогает мне понять, как переполниться Духом Божьим. Это пример жесткой сухой губкой. Когда мы помещаем ее в воду, она не сразу впитывает влагу, и нужно время, чтобы она размякла. Поэтому сначала она должна просто побыть в воде. Это крещение. Затем, когда она наполнится этой водой, побудет в ней какое-то время, проникнется, это наполнение Духом Святым. И когда губка пропитается водой, она будет буквально сама изливать эту воду. Это очень похоже на человека, что он сначала приобретает Духа Святого, получает в дар Духа Святого, пропитывается Духом Святым, дорожа этой драгоценностью, которая в нем находится, читая Священное Писание, поклоняясь Богу, молясь Ему. И затем он сможет изливать это на других. Это переполнит его, и он будет свидетелем на этой земле. Третье, о чем важно сказать, что Иисус был ведом Духом Святым для испытания сатаной. И мы помним, что он провел в этой пустыне 40 дней и 40 ночей. И очень важен результат. Иисус был исполнен силой Святого Духа. Писание говорит: «И возвратился из пустыни Иисус в силе Духа». Еще важно сказать, что Иисус проповедовал в помазании Духа Святого. И когда мы читаем первую его проповедь в Луки 4 главе, он говорит: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать». В Евангелии от Матфея 12 главе мы читаем, что Иисус духом изгонял демонов. Написано: «Если я Духом Божиим изгоняю бесов», это слова самого Господа, «то достигло вас Царство Божие». Евангелист Лука в 10 главе пишет: «В тот час возрадовался Духом Иисус». Иисус радовался во Святом Духе. И очень важный момент и факт – это что Иисус был воскрешен Духом Святым. И мы прочтем с вами Римлянам 8 главу с 11 стиха. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Еще один интересный факт из Священного Писания. Я открыла его буквально, готовясь к этому уроку. И он отражен в Писании у Иоанна в 20 главе, с 19 по 23 стих. Это произошло, когда наш Господь, в тот же день, когда наш Господь воскрес из мертвых. Я читаю. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Посылая учеников на проповедь Евангелия, Господь наделяет их силой нести это служение, наделяет их силой Духа Святого. Хочу заметить, здесь Христос помазывает Духом Святым не каждого в отдельности из учеников, а помазывает их как команду и как общину. И в завершении этого раздела покажу, что Иисус предсказывает пришествие Духа Святого. И мы посмотрим три места Писания. Это произошло в последний день иудейского праздника, и читаем Иоанна 7 глава, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И непосредственно перед своим вознесением на небо Иисус снова обещает ученикам. Читаем Луки 24:49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И в Деянии 1 глава 8 стих. «Когда на вас сойдет Дух Святой, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». Иисус, Он не заставил Себя ждать долго, и мы знаем, что уже на 50-й день от Своего воскресения и на 10-й день от Своего вознесения ученики исполнились Духом Святым, получили новые языки, новую смелость и новую силу. Эти события подробно описаны в Деяниях 2 главе. Можно почитать, но день сошествия Духа Святого считается... День сошествия Духа Святого считается началом новой эры. И о новой эре мы поговорим чуть позже, но прежде я хочу, дорогие, остановиться на словах самого нашего Господа, как Он говорил о Духе Святом. И что Иисус сказал бы тебе лично, если бы ты спросил Его об этом. Я не буду делать ссылку на местописание, а прочту это как послание каждому из нас. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Попрошу Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, который останется с вами навечно. Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И когда он придет, то обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Он убедит людей мира в том, что они грешны, в том, что есть праведность перед Богом, и в том, что есть Божий суд. Он покажет, что они грешны, потому что не веруют в Меня. И покажет, что я праведен перед Богом, потому что иду к Отцу, и вы больше не увидите Меня. И покажет, что есть
суд Божий, ибо правитель мира уже осужден. Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что я говорил вам. Духа истины мир не может принять его, ибо не видит и не знает его. Вы же знаете его, ибо он живет среди вас и будет в душах ваших. Вы получите силу, когда Святой Дух снизойдет на вас, и будете свидетелями моими сначала в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. И Дух Святой, Он Дух премудрости и Дух истины, и Он исполнил все и исполняет все пророчества, сказанные о Нем Господом. И мы переходим к третьему периоду, к новой эре, эра Святого Духа. И нам, дорогие, с вами посчастливилось жить в это уникальное, удивительное время, в эту эпоху. Что изменилось? Почему эта эра называется новой? Я увидела таких 6 пунктов и хочу рассказать о них. Первое, дорогие, что исполнилось, обещание нашего Господа Иисуса Христа, обетование Отца исполнилось, и Дух Святой, Он излит на эту землю. И Дух Святой стал уполномоченным представителем Бога на земле. Во-вторых, родилась церковь, началась ее земная история. Произошло реальное излияние Духа Святого на каждого человека. И когда мы читаем Деяния, вторую главу, там тому есть свидетели. Тому есть свидетели. Четвертое, что Дух Божий, как мы его называем, Дух Христов, Дух истины, Он оживляет все сотворенное. Он пришел из хаоса делать порядок, и Он продолжает это совершать. Свобода, любовь и вечность, они стали реальностью для этой земли. Главное дело, для которого пришел Дух Святой на эту землю, это духовное возрождение человека. Вернуть человека к жизни с Богом через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего. И Дух Святой освящает нас. Он делает нас святыми. Он делает нас святыми. И все, что доброе есть в нас, это от Него. И 6-й пункт, что очень важный. Время этой работы Духа Святого на земле, оно ограничено. И в последние времена, когда церковь будет восхищена с земли, Дух Святой тоже будет забран. Но, дорогие, у меня есть радостная весть, что Он не уйдет один. Он заберет с собой всех верующих во Христа, всех верующих в Господа Иисуса Христа, и всех, кто умер с верой в Иисуса, воскресит из мертвых. Заканчивая наш разговор на тему «А Дух дает жизнь», давайте сделаем небольшой анонс. Во-первых, в Ветхом Завете Бог посылает Духа Святого на людей выборочно и временно. Во время земного служения нашего Господа Он действует через Него, Он действует через Иисуса Христа и действует, служит Ему. И в настоящее время Дух Божий вселяется и обитает в сердца людей. Бог хочет сам вести человека по этой жизни без посредников. И Дух Святой, Он и посредник, и ходатай, и помощник, и утешитель. И мы, дорогие, думаем, что Бог видит нас снаружи, но Бог видит нас изнутри.
присутствие Духа Святого в человеке рождает в нем плоды Духа. И мы знаем эти семь плодов из Писания. Это любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие и вера. И мы гоняемся, дорогие, за счастьем, а счастье находится внутри нас. Бог также проявляется в человеке. Бог проявляется в человеке через дары Святого Духа. Они тоже нам знакомы. Это знание, мудрость, веры, дар исцеления и пророчеств. Эти дары даны человеку, чтобы он мог войти в свое призвание от Бога. Читая Священное Писание, мы знаем план Божий – восстановить отношения с творением, восстановить отношения с каждым человеком. И только через Духа Святого реализация этого плана стала возможна. Жизнь – это отношение с Богом, а смерть – это потеря отношений с Ним. Хочу привести слова одного проповедника, евангелиста и миссионера Кевина Макнолти. Я слышала его проповеди на палатке в Нижнем Тагиле, и его фраза, она поменяла и мою жизнь, и мою веру. Я хочу сейчас привести ее для вас. Религия – это попытка человека найти Бога, а вера – попытка Бога найти человека. Религия – это попытка человека найти Бога, а живая вера – это попытка Бога найти человека. Я предвкушаю вопрос некоторых из вас – как я могу получить Духа Святого? Это просто. Дух Святой, он джентльмен. И хоть он и злит на эту землю, но он не врывается в наши жизни. Он дает нам свободный выбор. И Священное Писание очень подробно пишет, как это может произойти. И прочитаем Луки 11 главу. Читаю в современном переводе. Вы такие же, как и все остальные люди. Вас много зла. Но вы знаете, как приносить своим детям добрые дары? Тем более Отец ваш Небесный знает, как одарить Духом Святым просящих. Просите, и дано будет. Прося у Господа Духа Святого, нам важно помнить, что это желание самого Бога дать нам этот подарок. И еще одно место, которое хочется показать, это Деяния, 2 глава, 37-39 стих. Там Петр отвечает у собравшихся на вопрос, что нам делать. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И давайте помолимся, я поведу вас в молитве, мы попросим прощения у Господа, мы попросим наполнить Его нас Духом Святым и поблагодарим за этот замечательный, уникальный дар. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь Иисус, прости меня, что я просто знаю о Тебе, что я живу без Тебя, что я надеюсь только на свои силы. Прямо сейчас я открываю свое сердце. Я хочу наполниться Тобой. Наполни меня своим Святым Духом. Я готова к переменам. Спасибо Тебе за дар Духа Святого.
за Духа Святого и за новую жизнь во Христе Иисусе. Ты Бог, дарующий жизнь. Аминь. Я предлагаю некоторое время побыть в молчании. В Ефесянам Павел молится: верою вселить Христа в сердца ваши. Так и мы должны вселить Духа Святого в сердца наши верою. Дорогие людей, которые имеют Духа Святого в своем сердце, Священное Писание называет людьми заново рожденными, называет детьми Божьими. Мы становимся храмом Духа Святого. Мы сосуды, которые носим эту драгоценность. И Петр очень ярко характеризовал этот народ. Он говорит: вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И, дорогие, я хочу сказать, что это только начало пути с Богом, начало жизни с Богом. И хочу вам привести одно место Писания, чтобы оно вдохновило вас любить Бога и двигаться дальше за Ним. Это Иоанна, 14 глава, 23 стих. Хочу отметить, что это слова самого Господа. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». С миром Божьим!